Господи, что тут было-то? Ладно, надо бы тут порыскать. Можно что-нибудь смастерить. Так тебе! Еще трофеи. Отнесу в какой-нибудь возьмем.
Слышишь? У нас есть для тебя работа в Хотспрингс. Такер, ладно, подъеду к вам, отбой. Привет, это снова я. Бухарь говорит, мне не надо больше сюда приходить. Он спрашивает, какая от этого польза, и может он прав, не знаю. Ему на днях сильно досталось. Мы наткнулись на упокоителей, и они обожгли им руку. Выглядит паршиво. Я порыскал в одном из этих, как их там, в передвижном медпункте. Нашел там стерильные бинты. И я... надеюсь, что этого достаточно, но... Бухарь, знаешь, он говорит, все нормально, но я что-то сомневаюсь. На руке живого места нет. Понимаешь, это я виноват. Я его подставил, потому что надо было деталь одну добыть. Ради сраной детали. Да и то бестолку. Сучара Коупленд пустил мой байк на запчасти. Я этот байк целый год собирал, тебе бы понравилось. Он не такой крутой, как тот, на котором я учил тебя ездить, но тоже ничего. Помнишь бензобак, который ты разрисовал? Вот он единственный уцелел от старого байка. А теперь его не стало. Как только я соберу его обратно, ну, в смысле, мой байк, и как Бухарь оклемается, мы поедем на север. Начнем с чистого листа. А то здесь слишком много воспоминаний. В общем, я к тому, что мы можем больше не увидеться.
Один есть! Ловушку нужно помочь. Сейчас я тебя вытащу. Тебе здесь не выжить. Я знаю лагерь. Там безопасно. Лагерь? Где? Где? Покажи. Я пойду. Peaceful Lake. Марк Коупленд. Там безопасно. Я думал, мне конец. Представляешь? Охренеть. Спасибо тебе. Большое тебе спасибо. Скажи им, Дикон, Дикон Сент-Джон, смотри, чтобы тебя не заметили.
Надо поискать бензин. Мало боеприпасов. Не вовремя! Ну, давай посмотрим. То, что надо. Хорошо. Мародеры пошли на фриков? Флаг вам в руки.
Ну что, научить тебя охотиться? Я умею стрелять из пушки. Это винтовка, а не пушка. Я служил в 10-м горном, так что не надо мне тут морпеха включать. Оленя убивают совсем не так, как человека. Или фрика. Основа охоты – взять след. Нужно собраться. Увидеть подсказки природы. Если приглядеться, увидишь знаки. Вот и хорошо. Смотри, видишь оленей помет? Свежий. Ну да, вижу. Ведут туда. Да, это понятно. Ну так пойдем. Вон он, твой олень. Вижу. Вот, держи мою винтовку. Если служил в 10-м горном, с оптическим прицелом разберешься. Да, Коуп, уж разберусь как-нибудь. Не спеша, не спеша. Да знаю я. Попал! Ха, четко! А, черт, я его только задел. Он ушел. Нет, это ничего. Ты его ранил. Он теперь быстро ослабеет. Главное выследить. Ага. Видишь кровь? Присмотрись. Да, вижу. Иди по следу. Иду. Он уже ослабел от кровопотери. Скоро свалится. Я думаю, мы вот-вот увидим его тушу. Ну что, умеешь потрошить добычу? Да. Мы с Бухарем и раньше охотились до всего этого. Он еще с отцом своим на оленя ходил. В общем... Он показал мне, как потрошить надо. Ну, при всем уважении к Бухарю, тебе есть чему поучиться. Уж больно много мяса зря пропадает. Но в целом, неплохо. Для новичка. Ну, спасибо. Ладно, давай-ка назад винтовку. Держи, спасибо. Расклад такой. Мяса нам нужно как можно больше. У нас еще не все встали на ноги после того нападения. Ладно, Коуп, я буду иметь это в виду. Эй, Дик, как твои дела? Привет, Мэнни. Потом еще будет что-нибудь. Как оно? Ладно, ты заходи. Дикон Сент-Джон. Дэймон. Это все. Дикон Сент-Джон. Как твои делишки? Джези, как идет торговля ушами?
Слушай, Дик, ты только знаешь. Давай поосторожнее. Рад видеть, Дик. Ну, как жизнь, Дэймон? Сейчас открою. Как дела, Бухарь? Да нормально со мной все. Слушай, Дик, у нас мало припасов. Нам бы оленины добыть, если получится. Да, правда. Как-то мы давно не охотились. Попробую там по дороге раздобыть тушу. Ты помнишь, что нужно делать? Коуп меня кое-чему научил. Хочешь верь, хочешь нет. Коуп? Шутишь, что ли? Спасибо тебе. До скорого. Свежее мясо. Вот так вот. Ну вот, теперь надо отнести все Бухарю. Черт, пойди. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Я вырос в этих лесах. Дед научил меня охотиться. Вот только пригодились мне эти уроки в мире, которого дед и представить себе не мог. Первый домик на дереве я построил, чтобы следить за оленями. Высота дает преимущество. Оттуда я и пристрелил своего первого оленя. Мой лагерь и сейчас находится на деревьях. Если хотите выжить и можете принести пользу своим существованием, приходите, мы примем. А еще дед объяснил мне, что на олени иногда приходится устраивать засаду. Прячься там, куда они непременно пойдут. Например, у водопоя. Сейчас любой может стать и охотником, и добычей. Поэтому, отправляясь по своим делам, будьте настороже. Но самым верным способом сцапать добычу, как объяснил мне дед, была и остается ловушка. Оставь у дерева силок, вскоре найдешь в нем свой обед. Но будь осторожен. Даже отрубленная голова змеи может ужалить, особенно если она не совсем дохлая. Поверьте, если бы мой дед дожил до наших дней, он пережил бы нас всех. С вами Марк Копланд, это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Прекрасно, Коуп! Значит, с дедом вы расставляли силки, а с папашей клали солонцы! Тоже мне благородные охотники! Ну, теперь уже всем все равно. Yeah.
Металл нужен. Нашел.
пути будет незапланированная остановка. Хочу проверить пару ловушек. Док, вам много еще времени нужно? Я не доктор, я вам уже говорил. Простите, лейтенант О'Брайен, долго мы еще тут? Сколько потребуется, капитан, сколько потребуется. Мне показалось, на подлете я кое-что видел. Пойду посмотрю. Да. Ничего особенного, наверное. Свежая падаль. Ладно, док. Лейтенант, сами только в падаль не превратитесь. Падалью могут стать только животные, капитан. Ваши ребята весь сектор осмотрели? Да, все чисто. Фрики, ты ведь и сам мог стать одним из них. Думаю, тебе бы это не понравилось. Что тебе надо? Не подходи. Мы просто поговорим. Протокол НЭРа 2/7 предписывает, что при проведении операции в карантинной зоне, если я встречу каких-то намадов, ну, то есть гражданских, мне запрещено вступать с ними в контакт. Правда? Ну, ты же вроде уже вступил в контакт. Ну, в общем, да. Ты живой? Да. Живой. Как? Как ты выжил, О'Брайен? Что? Я не понимаю. Короче, в ту ночь ты был там, в Фервале. А потом в лагере бежанцев вертолеты горели. И все до одного погибли. Там всех перебили, там всех разорвали на куски. Ладно, так, слушай, я могу по-хорошему или по-плохому. По-хорошему мы поговорим. Ты ответишь на вопросы и пойдешь копаться у фриков в кишках. Или зачем ты там сюда приперся. По-плохому я вскрою на тебе скафандр и глянем, как твои дружки отнесутся к тому, что ты надышался зараженного воздуха. Что выберешь, О'Брайен? Ладно. Хорошо, хорошо. Ну, вспоминай, на крыше старой пивоварни я посадил в твой вертолет раненую женщину. Да. Я помню. Ну, конечно, у нее было ножевое ранение. Я пришел в лагерь беженцев, в который ты должен был ее доставить. Все были мертвы. Я повторю вопрос. Как ты смог выжить? Нас там не было. Нас развернули на юг, в другой лагерь. Тот, что в Белнапе, был захвачен, поэтому нас отправили на юг, в лагерь возле Силвер-Лейк. Там кто-то выжил? А сейчас? Не знаю. Меня перевели в исследовательскую группу. Тихо, я выясню, я узнаю. У тебя наша рация. Вот как ты... Я ничего не обещаю, но я проверю. Ага, вместе пойдем. Топай. Нельзя, не надо. Ты их не знаешь. Они тебя застрелят. А я застрелю тебя. Слушай, если хочешь меня убить, убей, понял? Я сделал, что мог. Это была твоя жена? Я ей поставил капельницу, кислород. Я ее спас и огреб за это проблему. У нее начался сепсис, она бы не выжила. Я отвез ее в госпиталь, я ее спас. О'Брайен, прием.
Мне пора. Пожалуйста, уходи отсюда. Ты не знаешь этих людей. Не знаешь, на что они способны. Если ты исчезнешь, знай, я тебя из-под земли достану. И тогда сломана антенна, и ты уже не отделаешься. Мне жаль, что так вышло с твоей женой. Но не ты один тогда потерял родных. Я тут тебя спрашивал, помнишь ли ты того урода из Неро, О'Брайена? Дик, я все это помню очень смутно. Да, да, ладно, ты поспи немного, я тебе потом расскажу. Когда мы отсюда уедем, Дик? Скоро, уже скоро. Слушай, как только твоя рука заживет, мы отсюда свалим. Да, Дик, хорошо. О'Брайен! Ты меня слышишь, О'Брайен? Ах ты, тварь! Если ты мне не ответишь, тебе же хуже будет. Я знаю, что ты на этом канале! Не выйдешь на связь, я тебя все равно найду. Ты понял? А, зараза! Ну давай, О'Брайен! Отвечай! Ты нашел вертолет? Это правда тот самый тип, который был тогда на крыше? Да. Да, это был он. Он нас вспомнил, Сару, что произошло? Не знаю. Их послали на юг. Он ее помнит, но не знает, что с ней в итоге стало. Ты же не думаешь, что она еще жива? Что? Нет. Нет, то есть я же не дурак. Я просто хочу выяснить, понимаешь? Хочу выяснить, что с ней стало. Где она умерла? Ты наконец придешь покой. Какой нахрен покой? Ты что несешь? Ладно, мне пора. Отбой.
Ну вот, порядок. Еще надо здорово. Долго ты водище пропадал. Привет, да. Задолбался. А ты спать не собираешься? Нет, наверное. Не знаю. Эй, Бухарь, я принес мясо. На какое-то время хватит. А, Дик, спасибо. Ну, сейчас я не голоден. Я засолю на потом. Thank you.
предатели. Вот гниды. Никто не должен уйти. Жалкие насильники и убийцы. Свалил бомбу. Дело за остальными. Отлично. Ты часть единого разума! Я вижу тебя. Thank you.
что, нравится? Люди! Потерянные! Кое-кто может и выстрелить в ответ. Надо вернуться. Отходим! Сколько вас тут? А, неважно. Всех завалю. Воду, брат. Прячется за ним. Покорись! Покорись! Ты не фугас! Покориться! Видишь, так ведь? Ты станешь пеплом! Знаю! Мне осталось всего одна сволочь. Это последний. Все, больше вы уже никого не подкараулите. Ладно, где вы спрятали свой бункер? Он же у вас точно есть. Люк, ага, вот он. Карта. Они тут все подробно разметили.
так. Пора взрывать. Да-да, пустите. Могу помочь. Что нужно? Дик, надо кое-кого выследить. И кого именно? Что произошло? После того, как ты привел ту девушку, Лизу, Ларсон привел еще одну. Ее зовут Роуз Аллен. Хилая, конечно. Ну, вроде к работе годная. Мы ее отправили канал растительный копать. Так, ну и что дальше? Она пропала. Ушла за припасами вместе с Алкаем и другими в тот заброшенный лагерь Нера. Ну, ты его знаешь, наверное. Ты ведь там бывал, да? Да, да, я знаю, где это. Найди ее, Дик. В тех краях видели немало и номадов, и бродяг. Если они найдут ее первыми... Да, да, ладно. Я постараюсь ее найти. Ну, как дела? Они меня не отпускают. А зачем тебе уходить? Здесь безопасно. Тут тяжело. Ясно. Ясно.
Дикон, как дела? Привет. Что? Это ствол для тебя. Вот эта вещь. Мощный, бьет кучно. Тебе понравится. С таким стволом страшно не будет. Загляни, если что-то нужно будет. До скорого, Дик. Дикон! Секунду, я сейчас. Дик, у тебя рация включена? Скучно было. Я подумал, смастерю-ка что-нибудь. Заскочи, как сможешь. Тебе понравится. Бухарь, спасибо. Да, я заеду, как смогу. Отбой. Только и водится, что убийцы, намады и бандиты. Наконец-то! Прикрывай! Он где-то в тех кустах. Он в тех кустах! Черт возьми! Убейте его! Ранен! Он в тех кустах! Ретив, да? Ничего ужасного. Олень на дороге. Хоть и нет машин, зря он сюда полез.
Продержится. Слава богу, ты должен его догнать. Они уходят. Кого догнать, Такер? По порядку. Роуча, Роуча, ты его знаешь. Он был с Леоном и Альварес, но я ему доверяла. Да уж, Такер, не надо было. Да, он забрал остатки лекарств и ушел на север. Мои парни потеряли его где-то в районе Мэрион Форкс. Ладно, попробую его выследить. Да, инъектор Неро. Это чтобы глаза не слепались. Дикон Сент-Джон, это Ада Такер. Элкай просил передать, что лагерь благодарен тебе за помощь. Для нас это сейчас очень важно. Дороги!
вернусь попозже. Сожгу оставшиеся гнезда. То, что надо. Посмотрим поближе. Ну вот, порядок. Что тут у нас? Я на верном пути. Такер, я его нашел! Похоже, он, видимо, ждал кого-то. Дик, не дай ему уйти. Живым? Мы обнаружили, что еще кое-что пропало. Пусть расскажет, где заныкал. Эй, Роу! Куда это ты собрался? Я ведь еще здесь, паскуда! Ладно, раз по-хорошему не хочешь! Эй, притормози, я ж поговорить! Да? Тебя, Такер, поговорить послала? Да если бы я хотел тебя убить, ты был бы уже труп! У-ху! Как тебе, скотина? Ну что, Роуч, как твои дела? Видишь, я же сказал, что не убью тебя. О, Дик, нет, я ничего не сделал. Такер считает иначе. Я так понимаю, Леон и Альварес смылись из лагеря с препаратами, а с тобой поделиться забыли? Нет, Дик. Нет. Объясни мне логику. Я хочу понять. Ты решил забрать все, что осталось, пока старуха не видит? О, Дик! У меня при себе ничего нет. Обыщи меня. Не, это не моя работа. Пусть этим займется Элкай. Такер, он у меня. Дик, отметь координаты, и пусть Элкай вышлет людей. Я знаю, что ты сделал с Леоном. Он жив? Слышишь, Дик? Ну, препараты при нем? Да, жив, Дик, пока. Но пожалей если хотите меня. Живым его и заставить, мы же вместе гоняли, ты и я, мы же друзья конец были. Связи. Нет. Буха, ты меня слышишь? Я не хочу умирать. Дик, не бросай меня тупой здесь. Вопрос. Развяжи ты меня. Не знаешь, где взять? Ах ты, сука! И... Чтоб ты сдох! Да девчонку ту хочу чем-то порадовать. Она такие раньше вроде собирала. Ну, глянь в сувенирной лавке у Белл на Крейтер или в Мэриан Форкс. Ага, ладно, спасибо. Не откроешь.
Еще трофеи. Что-то сгодится. А это что? Ну, наконец-то.
Заберу-ка. Последнего. Ничего не выйдет. Не получается. Thank you.
Что-то движется. Бить в спину, да? А когда вас бьют, нравится? Вижу его! Назад! Кажется, все. Теперь на дорогах будет поспокойнее. Не намного, но все-таки. А нет ли у них тут бункера? Наверняка ведь есть. Лом всегда нужен. Thank you.
Спускаемся. Тут карта. Это что? Инструкция. Да, это мне пригодится.
Ну, давай посмотрим. Мне нужен бензин. Вот так. Хорошо. Мародеры пошли на фриков! Флаг вам в руки! Сейчас. Подожди. Эй, слушай. Водища тебя загрызут. Я знаю один лагерь. Где? Где? Я пойду. Пойду. Peaceful Lake. Марк Коупленд. Там безопасно. Большое спасибо. Я уж думал, тут и умру. Скажи, что прислал Сент-Джон, Дикон. Они меня знают. Смотри, чтобы тебя не заметили.
Что тут произошло? Осталось тут после них хоть что-нибудь стоящее? Поправимо. Поехали. Сегодня это все. Лиза, я... Уходи. Я тут принес. Красиво.
Можно мне с тобой? Мне нужно в Мэрион Форкс. Слушай, я не могу. Слишком опасно. Все, мне пора. Нас тут рано поднимают на работу.